Сегодня, в канун Старого Нового года, исполнилась мечта 11-летнего Артема из Подмосковья. Благодаря акции «Елка желаний» о том, что он очень хочет аквариум, узнала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. И вот заветный подарок уже стоит в комнате, а мальчик думает, каких рыб завести. Ведь ему давно интересно все, что связано с подводным миром. Уполномоченная по правам человека помогла воплотиться и мечте Варвары из Москвы. Девочка получила электрогитару и тут же показала Татьяне Москальковой, что умеет. Сегодня тебе вручается та гитара, о которой ты мечтала. Давай достанем ее, посмотрим. Может быть, ты нам что-нибудь сыграешь? Да.